Ситуация со стихийными свалками по сравнению с прошлыми годами значительно улучшилась благодаря вводу в действие полигонов, а также контролю и разъяснительной работе среди населения. В борьбе со стихийными свалками использовались космические съемки. Благодаря отслеживанию с космоса выявлена и уничтожена 101 свалка. Ведется работа по организации типовых полигонов по утилизации мусора. На Кызылординском полигоне налажена сортировка и переработка мусора. В Уральске введен в эксплуатацию новый полигон. Есть собственные полигоны и в остальных районах. В Шанакурганском районе ведутся работы по организации полигонов в населенных пунктах. Город и районы разделены на участки, за каждым закреплены ответственные организации. Регулярно проводятся акции чистоты, а также разъяснительные работы среди населения. К злостным нарушителям применяются административные меры в виде штрафов. Вся эта работа дает результаты. Область возвращает признание одной из самых чистых.